Здравствуйте! Вы смотрите очередное видео серии «Школа доктора Скачко», в котором я, доктор Скачко, врач, фитотерапевт, диетолог, автор сотен опубликованных видео, десятков опубликованных научных статей, книг, брошюр, расскажу вам, как правильно использовать одну из очень важных систем жизнеобеспечения, а именно сердечно-сосудистую. Вы узнаете основной элемент, который обеспечивает активность этой системы. И если вы знаете и пользуетесь ей правильно, вы живете лучше и дольше. Если неправильно, первично нарушается ваше качество жизни. А если критически неправильно, то резко обрывается и собственно жизнь. И очень важно знать, как использовать самый главный активирующий элемент в этой системе. И об этом вы узнаете прямо сейчас. Как же работает сердечно-сосудистая система? В принципе, очень просто. Первично вы выбираете те продукты питания, которые вы считаете лучшими для своего здоровья. Правда, они при этом должны полноценно перевариться в пищеварительной системе, пройти ревизию в печени, и только после этого они попадают в системный кровоток и становятся доступным вашему организму, каждой его клетке. Также вы выбираете тот вид воды, который вы считаете лучшим в данных условиях также для своего здоровья. Ну и выбираете из десятков возможных вариантов лучшую систему дыхания, опять-таки для вашего здоровья, потому как кислород вам также жизненно необходим. И все это размещается в кровеносной системе. А именно, кислород, основная система переноса, это эритроциты, а также плазма крови, где частично кислород также растворим. В той же плазме крови располагаются и продукты пищеварения, чаще всего растворенными в воде. И ваша кровь к переносу питательных веществ вашим клеткам готова. Но вопрос, в каком она состоянии. Если кровь более жидкая, то есть эритроциты, имея отрицательный заряд, по законам физики должны отталкиваться друг от друга. А так как отрицательный заряд находится еще и на внутренней стенке кровеносных сосудов, то эритроциты, не приближаясь к стенке, находятся на некотором расстоянии. Это облегчает циркуляцию крови. Это великолепный механизм для того, чтобы кровообращение происходило максимально легко. Хотя максимально легко 100 тысяч сокращений за сутки совершает сердце, перекачивая тонны крови. Эта легкость, она достаточно условна. Но здоровая кровь как раз и обеспечивает сердцу возможность легче переносить то, что находится в содержимом кровеносных сосудов. Конечно, если вы не самым лучшим образом подготовили свой организм, заряд на эритроцитах слабее, то и вязкость крови будет выше. Хуже, если кровь находится в таких вот монетных столбиках. Это худший вариант, но в любом случае, здорова ваша кровь или не очень, ваше сердце обязано доставить ее на клеточный уровень, где примерно 500 различных компонентов. И вы понимаете, что однообразное питание не путь к здоровью, а именно в разнообразном питании вы можете найти вот эти все 500 полезных компонентов для обмена веществ. В водной среде будут окислены кислородом. И ваша клетка производит, ну, так называемые конечные продукты жизнедеятельности. И как их называют по-другому? Шлаки обмена веществ. Ну, отработанная вода и сгоревший в кислороде углерод. Все это через эту ткань в кровь. И опять-таки распределяется по вашему организму. Шлаки частично удаляются печенью, почками, частично через кожу, частично через легкие удаляются. Некоторые продукты жизнедеятельности используются другими клетками. Сердечно-сосудистая система для этого как раз и предназначена. Но! Есть один очень важный элемент, о котором я расскажу прямо сейчас, который обеспечивает активность этой системы. Не переключайтесь. Смотрите дальше. Этот очень важный элемент, необходимый для поддержания всей сердечно-сосудистой системы на том уровне активности, который нужен вам здесь и сейчас, кислород. Работающие клетки во время работы постепенно снижают количество кислорода в кровеносной системе. И это снижение через специфические рецепторы вынуждает ваше сердце более активно работать, чтобы устранить гипоксию. И жизнь продолжается. Но ошибочно считается, что самые уязвимые к гипоксии клетки коры головного мозга. Да, действительно, при остановке кровообращения клетки коры головного мозга гибнут
течение 5 минут. Но если ваше сердце работает, а кровь к нему поступает в недостаточном количестве, клетки сердца более уязвимы. Настолько плотно, компактно создан этот насос, что запасов питательных веществ хватает всего на 1-2 сокращения. А дальше на чем работать? Не на чем. Но в любом случае, какое бы сердце у вас ни было, какой бы мощности оно ни было, оно вынуждено перекачивать кровь более активно. И очень хорошо, если реакция на гипоксию, на кислородное голодание активная. Иными словами, увеличивается мощность сокращения сердца и повышается уровень артериального давления. Это активные реакции на гипоксию. Пассивная реакция. Сердце выполняет усиление кровообращения не силой сокращения, а частотой. В этом случае работает сердце больше, отдыхает меньше. И это порочный круг для обеспечения нужного количества кислорода для ваших клеток. Хуже, если уровень регуляции идет артериального давления не 110 на 70, 120 на 80, а цифры несколько ниже. Это также пассивная реакция активности вашей сердечно-сосудистой системы для устранения гипоксии. А еще какие компоненты вам нужны? Нужно знать, чтобы правильно использовать. Вы узнаете прямо сейчас. Иными словами, для обмена веществ вашим клеткам ежедневно нужны сотни литров чистого кислорода. Если вы по каким-то причинам вынуждены вести строгий постельный режим, потребность в кислороде в минуту составляет 200-250 мл. Учитывая, что в сутках 1440 минут, ежедневная потребность 300-400 литров. Ну, относительно немного, это же за сутки. Если вы спортсмен высокого класса, то минутная потребность в кислороде возрастает до 6, 8, а может быть и более литров. И уже около 300 литров чистого кислорода вам необходимо на протяжении 1 часа такой активности. В любом случае, то ли вы в достаточно низком уровне здоровья находитесь, либо вы спортсмен, очень важно, на мой взгляд, учитывать 2 основных момента. Момент первый. Вы дышите, как правило, не чистым кислородом, а воздушной смесью. И важно правильное дыхание применить в вашей индивидуальной ситуации. Об этом я уже частично рассказал на своем канале, частично буду говорить в следующих видео. И еще один важный момент. Содержание кислорода в кровеносной системе. А именно насыщение вашей крови кислородом. Чем в большей степени заполнена кровь кислородом, тем меньше нужна нагрузка на ваше сердце. И несущественно. Вы находитесь на строгом постельном режиме, потому как более высокий уровень активности вы себе не можете по какой-то причине позволить. То ли вы спортсмен высокого класса. КПД использования кислорода будет разным. В любом случае, несколько процентов больше или меньше кислорода в циркулирующей крови – это нагрузка на мотор. Сердце-то перекачивает тонны крови. Не ради тонн крови, а ради литров кислорода. Это разные понятия, но имеют принципиальное значение. И очень важный момент – каким способом вы до предела насытите свою кровь кислородом, для того, чтобы обмен веществ на уровне клеток шел хорошо, а промежуточное звено, сердечная мышца, работала лучше и дольше. Смотрите видео дальше. Я расскажу, сделаю акцент на тех способах насыщения крови кислородом, которые возможны. А вы сделаете свой выбор. Правильный выбор способа или способов насыщения вашей крови кислородом находится в зависимости от уровня здоровья, который вы имеете. Либо от физиологического состояния, в котором вы находитесь, а также от целей и задач, которые вы перед собой ставите. Методов насыщения кислородом крови много, но среди наиболее распространенных есть реальные, которые реально могут вам помочь, а есть мифические, когда кислород реально в крови не появляется, хотя вы контактируете с повышенными его концентрациями. И вот где разобраться, как разобраться, где польза, где вред, где реальность, а где мифология, вы узнаете прямо сейчас. К мифическим способам насыщения вашей крови кислородом я бы отнес использование кислородных коктейлей, либо кислородной воды.
Ну, отсутствует система всасывания кислорода в чистом виде из желудочно-кишечного тракта. В составе различных соединений регулярно заходит, постоянно заходит. В чистом виде, увы, нет. Но при всей внешней бесполезности этих методов или способов для улучшения состава вашей крови, плюс вы реально получаете, кислород ни одной молекулы новой в кровеносной системе не появится. Но другие вещества, полезные для вашего здоровья, появятся. Потому как кислородная вода, попадая в ЖКТ, ухудшает условия жизнедеятельности для патогенной микрофлоры кишечника. Если вы правильно используете в комплексном лечении дисбактериоза, вы получаете плюс по количеству продуктов переваривания пищи, которые попали в кровь. То есть по этому компоненту кровь становится лучше. Если же вы правильно используете кислородные коктейли, не точечно, а целенаправленно в системе, в комплексном лечении, вы можете одновременно ухудшить состояние здоровья и более крупных паразитов. Глистов, ленточных, круглых, разных. Ельминты жутко не любят кислород в больших количествах. И также покидают такую пищеварительную систему. И вы получаете еще один плюс. Кроме улучшения микрофлоры, вы регулируете состояние и паразита фауны в кишечнике. Это тоже большой плюс для вашего здоровья. Но для кровеносной системы это ничего. Как и использование еще одного часто применяемого метода в некоторых ситуациях, о котором я расскажу прямо сейчас. К мифическим способам насыщения вашей крови кислородом для более активного использования в обмене веществ на уровне клеток я бы отнес внутривенное введение перекиси водорода. Перекись водорода, химическая формула H2O2, попадая в кровь, расщепляется ферментом каталаза на воду и атомарный кислород. Атомарный кислород более жесткий и активный окислитель, чем кислород молекулярный, который чаще всего попадает с вдыхаемым воздухом. В результате находящиеся рядом с атомарным кислородом токсины будут неизменно окислены. Но если вы используете для введения перекиси водорода наиболее доступные вены верхних конечностей, то токсины будут окислены только в сосудах верхних конечностей. Как же добраться до других токсинов? Нужно увеличивать дозу. Но наличие в сосуде активного атомарного кислорода будет раздражать его стенки. И неизменным следствием этого процесса будет развитие флебита. Иначе до других токсинов не добраться. Попадая из большого круга в малый, избыток перекиси водорода, вернее атомарного кислорода, будет вызывать изменения и в органах дыхания. И может нарушиться газообмен. Нужно правильно этот процесс контролировать. И только после этого перекись водорода с атомарным кислородом может оказаться в большом круге кровообращения и воздействовать на токсины, образующиеся в разных областях вашего организма. Это очень непростой путь и способ лечения. Если его делать более эффективным, то, конечно, если вы считаете, что вам локально где-то нужна какая-то помощь, а не только в сосудах верхних конечностей, нужно вводить перекись водорода внутриартериально. Это более трудоемко, но более правильно, если вы хотите лечиться перекисью водорода в какой-то области. Если вы хотите помочь какому-то органу окислять токсины, которые там находятся. Не самый простой способ лечения с помощью перекиси водорода. И на этом о мифических способах я бы хотел поставить точку. А более реальные способы, как правильнее вводить кислород, чтобы он реально мог использоваться на уровне клеток, вы узнаете буквально в следующем видео. Все их плюсы, минусы, и сможете оценить, какие способы вам больше подходят, более приемлемы, какие менее приемлемы. А на этом это видео с привычными подписчиком моих каналов словами «крепкого вам здоровья» и разумного к нему отношения. Я это видео буду заканчивать. А в следующем видео вы узнаете больше информации, как же правильнее использовать тот кислород, который находится в окружающей вас среде, чтобы он реально работал внутри ваших клеток, активируя там обмен веществ и обеспечивая его на том уровне, который вам необходим под ваш образ жизни. До новых встреч на моих каналах!